Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Готовь трубы летом. Самарские коммунальщики на низком старте перед отопительным сезоном. Место для неспешных прогулок. Сквер на Новосадовой преображается с каждым днем. Поговорили со зрителями на языке авторов. У самарцев еще есть возможность успеть на последние сеансы парижских сезонов. Даже в самое жаркое лето коммунальщики думают о зиме. Как бы это парадоксально ни звучало, учитывая температуру за бортом, именно сейчас подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Управляющие компании должны привести в порядок более 10 тысяч домов, ресурсники переложить более 15 тысяч метров теплотрассы, привести в боеготовность около 100 котельных. Жаркая пора для ЖКХ. Репортаж Марины Матвейшиной. Раз кирпичик, два кирпичик. Строители восстанавливают разрушенные стены котельной в Советском районе. До первых дней осени обещают накрыть здание крышей и подготовить котельную к работе. Зданию около 50 лет. И ремонт здесь не делали никогда. Когда в прошлом году ресурсоснабжающая организация приняла котельную на баланс, она выглядела удручающе. Сквозь щели в стенах и крыше можно было смотреть на звездное небо. В зиму она проработала. Мы установили в отопительный сезон металлические подпорки, которые вы видите, чтобы обрушение не произошло кровли из-за плохого состояния несущих стен. Вот, и в зимний период отработали в спокойном режиме и сейчас ведем строительные работы. Подготовка к отопительному сезону в Самаре сейчас в самом разгаре. Началась она сразу же, как только закончился предыдущий сезон. К зиме готовят котельные, дома и теплотрассы. Принять тепло готовы уже более 7 тысяч домов. Это свыше 70%. Управляющие компании идут с опережением графика. В то время как предприятие тепловых сетей завершило работу по перекладке сетей наполовину. Это не критично, но в этом вопросе мы сейчас с руководством Т-плюс отработаем. И я думаю, эта ситуация будет поправлена. Здесь вопрос в большей степени даже не перекладка самих магистральных трубопроводов, а в большей степени работа по организации заделки вскрытий после производства работ. В вопросах подготовки к зиме городские власти держат руку на пульсе. Еженедельно в департаменте городского хозяйства и экологии проходят штабы. Специалисты также выезжают на проблемные места. Такая активная работа летом гарантированно не даст замерзнуть в домах зимой. Марина Матвеевна, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. До наступления холодов должны закончить работы на Новосадовой. Там, где раньше был просто газон, появится сквер. Самая трудная работа позади, остались детали. Впрочем, они как раз и создадут облик нового зеленого уголка Самары. Уже осенью в сквере должны появиться лавочки, беседки, новые деревья и кустарники. Павел Баймаков поинтересовался, успеют ли. Система автополива – теперь неотъемлемая часть нового сквера на улице Новосадовой. Вода просто необходима газонам, которые только-только уложили. Чтобы рулонные газоны прижились, на участке протяженностью более километра провели колоссальную работу по замене грунта. Грунт новый завозили, более качественный. Удобрения вносим и укладываем рулонные газоны по технологии. Это натуральные газоны, рулоны привозятся из Казани. И укладываются в ближайшие, в кратчайшие сроки, круглосуточно поливаем и днем, и ночью. Наряду с газонами в сквере уложили тротуарную плитку, нанесли разметку, разделяющую пешеходную зону и велодорожку. Чуть позже здесь появится порядка 60 лавочек. Сквер на Новосадовой будет подобен тому, что на Маломосковской. Его площадь вместе с газонами и тротуарами около 70 тысяч квадратных метров. Парковая зона протянется от третьей просеки до заправки около Самарского университета. Уже в этом году в сквере появится порядка 3000 кустарников. Также планируют посадить около 600 деревьев – березы, клены, туи. Напротив входа в загородный парк установят альпийскую горку. Жители уже радуются обновлениям. Приятно, да. Да, намного лучше, чем было раньше. Город меняется с каждым днем. Видно, что меняется все, становится лучше. Надеемся, что будет у нас очень хорошо в Самаре, красиво. Новый сквер благоустраивают в рамках капитального ремонта улицы Новосадовой. Одновременно обновляют дорожное полотно, устанавливают освещение, оборудуют парковки. Также ремонтируют улицы дублеры. Комплексное обновление Новосадовой начали в прошлом году. Закончить планируют в следующем. На это направили более 1 000 000 000 рублей. Работы по капитальному ремонту Новосадовой, то есть, будут завершены окончательно в следующем году. Это касается обустройства освещения. То есть у нас основной проезжий ход
проезжая часть будет готова, разметка, будут работать светофоры. Благоустройство сквера стартовало в мае и завершится к зиме. Как будет называться новый зеленый островок в Самаре, пока не решили, возможно, вариант предложат жители. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Новый облик самарских улиц. Перемены в городе добрались и до дворов, и до внутриквартальных проездов. Меняют асфальт, оборудуют парковки, устанавливают уличное освещение. О преображении Самары на примере отдельно взятого Октябрьского района расскажет Алина Чемерис. Комплексного благоустройства двора возле 34-го дома на Новосадовой не было около 40 лет. Долгожданный ремонт здесь сделали в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Обновили дорожное покрытие и тротуары, оборудовали аккуратные газоны с ограждением, установили новые бордюры, уличное освещение, соорудили спортивную площадку. Особенно местным жителям не хватало парковок. Появились и они. Люди рассказывают, после того, как двор привели в порядок, здесь стало гораздо меньше грязи и пыли. У нас очень хорошо сейчас это выглядит, все подъезды, выходы из подъездов, подход вот даже к мусору сборником, потому что женщины плакали, здесь стояли лужи, грязь. Грязи нет, теперь убирается все. Если возьмем 38-й дом, тоже большой парковочный карман на месте пустыря. То есть там пустующее место было, куда в любом случае заезжали машины, и там была всегда грязь, эта грязь развозилась по дворовой территории. Там сделан тоже благоустроенный парковочный карман с освещением. Благоустройство дворов и внутриквартальных проездов ведется по всему городу. Работы под пристальным вниманием городских и областных властей. На улице Мичурина ремонт стартовал в начале августа. Здесь уже установили новый бортовой камень. Сейчас меняют асфальт, обновляют дорожки для пешеходов, оборудуют парковки. Всего подрядчик приведет в порядок территорию в 2000 квадратных метров. Работа уже выполнена наполовину. Все замечания и пожелания жителей учитывают. Контроль многоступенчатый, начиная от начала работы, это установки бортового камня, заканчивая на финальной стадии. Это устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров. Гарантия на ремонт внутриквартальных территорий 5 лет. В этот период подрядчик за свой счет будет устранять все дефекты. Специалисты приезжают, там каждый год проверяют, допустим, асфальтобетонное покрытие, в каком состоянии борт находится. Согласно этому, если есть какие-то дефекты, поступает предписание на генподрядную организацию, и мы выезжаем уже и устраняем эти дефекты. Рабочие идут строго по графику. Ремонт двора на Мичурина планируют закончить до 25 августа. В этом году на ремонт внутриквартальных территорий в Самаре выделили около 180 миллионов рублей. На эти средства приведут в порядок 62 дороги. На 29 из них ремонт уже завершился, на остальных объектах продолжается. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, события. Далее коротко о других темах дня. На нелегальном заводе он располагался на территории бывшего акционерного общества «Фосфор». Работали 4 аппарата по переработке углеводородного сырья, система очистки и охлаждения. Их производительность оценивается в 40 кубометров бензина, дизельного топлива и мазута в сутки. Доход владельцев незаконного бизнеса мог составлять до 150 тысяч рублей в день. По оперативным данным, канал сбыта нефтепродуктов был организован через сеть автозаправочных станций «Тольятти» и «Жигулевска». Самарский областной суд смягчил приговор Ольги Гисич. В марте 2016 года женщину-адвоката признали виновной в вымогательстве миллиона долларов у руководства медицинской клиники, где она лечилась от рака. По версии следствия, Гисич наняла своего знакомого, который совершил 2 нападения, а также 2 поджога дорогих иномарок, принадлежащих руководству клиники. Защита Гисич просила отменить приговор как незаконный и несправедливый. Однако Самарский областной суд пошел лишь на небольшую уступку. Окончательный приговор смягчили минимально, убрав лишь 1 месяц заключения. Таким образом, Ольга Гисич проведет в колонии 8 лет и 5 месяцев. На станции Вишневой в Самаре произошло ЧП. Двое юношей 17 и 19 лет решили стать отважными зацеперами и отправились на железную дорогу. Один из них попытался зацепиться за уходящий поезд, но не смог и получил сложный перелом ноги. По словам медиков, он проведет на вытяжке 3,5 месяца. Сейчас решается вопрос о том, как наказать его совершеннолетнего приятеля, которого полицейские считают инициатором опасного приключения. Родители пострадавшего привлечены к ответственности за то, что их ребенок находился на железнодорожных путях. Музей ранней истории на месте старой крепости может появиться в Самаре. Вот уже 3 года археологи ведут раскопки в районе Хлебной площади. Сегодня работы выполнены на 40%. На оставшуюся часть исследований предусмотрено около 12 миллионов рублей. После торгов к осени ученые планируют возобновить работы.
Согласно прогнозу гидрометцентра, в регионе на этой неделе сохранится штормовое предупреждение и четвертый класс пожарной опасности. Находиться в лесах запрещено. Возросло и число обращений пострадавших от тепловых ударов. Только в Самаре зафиксировано 82 инцидента. В прошлом году подобных обращений было всего 4. Парижские сезоны в Самаре. В кинотеатре «Художественный» сегодня завершается показ программы ежегодного фестиваля короткометражных фильмов. За неделю ценители важнейшего из искусств увидели более десятка историй, рассказанных режиссерами из Франции, Испании, Германии и Швеции. Изысканность и глубину лучших фильмов фестиваля оценила и Алина Чемерис. Трогательное повествование о том, как благодаря ребенку взрослым удается сохранить отношения. До Паду – фильм совместного производства Польши и Франции. На экране история семьи, которая может разрушиться из-за непонимания между супругами. Неяркий свет, приглушенные цвета и нежная музыка. Колыбельная. Ею начинается и заканчивается кино. Этот фильм режиссера Петра Вьяковского победил в номинации «Лучший композитор». Программу фестиваля короткометражного кино «Парижские сезоны» в Самаре показывают во второй раз. Зрители очень тепло принимают наши программы. И ходит зритель такой, который любит именно интеллектуальное кино, язык оригинала. Людям нравится язык оригинала, именно слушать вживую и переживания актеров. В программе лучшие фильмы фестиваля. Их создали режиссеры из Бельгии, Испании, Швеции, Аргентины. Понять иностранную речь помогают русские субтитры. Комедии, мелодрамы, драмы, жанры кино самые разные. В каждой ленте повышенная концентрация смыслов и идей. За несколько минут здесь рассказывают истории длиною в жизнь. Сюжетные линии захватывают и удивляют. Первый фильм, у меня было совсем другое понимание в начале, для чего был снят этот фильм, а уже в финале... Совсем другой, неожиданный финал такой, не то, что думалось изначально. В этом году парижские сезоны пройдут в 30 городах России. В следующем фестиваль продолжит большое турне по стране. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События». Вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Каникулы заканчиваются. Педагоги области собрались на традиционную августовскую конференцию. Какие задачи учителя решают на этот раз? Все ближе к медалям. Тольяттинские гандболистки вышли в полуфинал на Олимпийских играх в Рио. Выборы в режиме онлайн. Все избирательные участки оборудуют камерами видеонаблюдения. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.